Здравствуйте, наши любимые слушатели! Мы рады приветствовать всех вас на 3-м международном фестивале органной музыки Grand Org. Фестиваль стал главным музыкальным украшением нашего карельского лета. Вот уже в 3-й раз гостеприимная Кондопога объединяет талантливых музыкантов из разных уголков мира. И приятно отметить, что фестиваль убедительно доказывает, что серьезные международные события в мире музыки и искусства могут происходить не только в столицах, но и в маленьких городках, как наш. Фестиваль Grand Org, несмотря на свою молодость, уже внес свой весомый вклад в просветительство и популяризацию органной музыки. Безусловно, фестиваль вносит неоценимый вклад в укрепление культурного имиджа Карелии и России в целом. И сегодня о нашем уникальном культурном проекте хорошо знают очень многие как в России, так и за рубежом. Известные имена и юные дарования, высочайший профессионализм и невероятная энергетика. Именно такими словами можно коротко охарактеризовать этот фестиваль, ставший настоящим культурным событием в жизни города и республики. Проведение в Кондопоге столь значимого фестиваля международного уровня в очередной раз подтверждает, что кондопожский орган обладает особой притягательностью. Организовать такое масштабное, грандиозное мероприятие, собрать на одной сцене прекрасных музыкантов, перед чьим талантом не устоит никто в этом зале, это гигантская работа, заслуживающая уважения. Огромная признательность тем, кто придумал и организовал этот фестиваль. Ровно 3 года назад родилась идея создать этот проект, и благодаря поистине подвижнической работе молодых и талантливых артистов, это Дина Ихина и Денис Маханьков, сумевших сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, эта превосходная идея воплотилась в жизнь. Этот праздник талантов проходит под патронатом руководства открытого акционерного общества «Кондопога». Я приглашаю на сцену исполнительного директора открытого акционерного общества «Кондопога» Юрия Васильевича Айвазова. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, гости, участники фестиваля. Доброй традицией стало открывать уже 3-й международный фестиваль органной музыки. Я думаю, что эта традиция будет на долгие времена. Надеюсь, что вам принесет это огромное удовольствие от прослушивания и участия. Надеюсь, что наши участники покажут все возможное, на что они могут. Я, конечно, всех поздравляю с открытием и считаю, что хорошего вам вечера и хорошего прослушивания. Всего доброго. Организатору фестиваля Grand Org Денису Маханькову. Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствую вас в этом замечательном дворце искусств. Это один из лучших залов с органами в России, единственный органный зал, в котором находятся 2 независимых духовых инструмента. Для нас большая честь проводить фестиваль здесь, в Карелии, в этом замечательном городе. И, с вашего позволения, я несколько представлю, вкратце расскажу о фестивале. Конечно же, мы ждем вас на каждом концерте фестиваля, потому что все они совершенно разнообразны, как по составу участников, так и по задумке, по программе каждого концерта. И фестиваль представляет собой как бы единый цикл, единое целое, состоящее из 4 частей. Безусловно, хотя в этом году уже с этим можно поспорить, центральным концертом фестиваля является органная ночь. В субботу она будет проходить. Это большой гала-концерт, который продлится 2 часа без перерыва, начнется в 9 вечера. Поэтому и называют его так — органная ночь. В нем будут принимать участие все органисты, которые приехали на фестиваль.
фестиваль и множество других артистов, которые выступят с органом в ансамбле. Заключительный концерт пройдет в воскресенье, и в этом году он тоже очень богат, как и органная ночь. Это «Мелодия любви». Концерт этот посвящен как академической музыке, так и музыке из оперет и мюзиклов. И, конечно же, такое сочетание весьма традиционного и возвышенного инструмента, как орган, с такой легкой и душевной музыкой, будет очень интересно. В пятницу, то есть завтра, традиционно концерт отдан для сольного концерта нашего гостя, и мы гордимся тем, что в этом году к нам приехал гость из Канады. Вот, честно говоря, на моей памяти даже канадских музыкантов не слышал я в России, а уж канадский органист, возможно, впервые выступит вообще в нашей стране. Джонатан Лембри – это молодой и замечательный концертирующий органист. Он своим творчеством в первую очередь покоряет страны Нового Света, но уже бывал и в Европе. Сам Джонатан очень серьезно относится к этому выступлению и к этому приглашению, и даже заранее уже анонсировал это в своей биографии. Уже этот факт очень для нас интересен. Также Джонатан является замечательным композитором, уже признанным в такие молодые годы, и на концерте вы сможете услышать и произведение в исполнении автора. О сегодняшнем же концерте, конечно же, вам расскажут ведущие, и вы сами все воочию и слуху будете воспринимать. И нужно еще сказать, что география нашего фестиваля расширяется, и также мы горды тем, что приехал к нам органист из Швейцарии, это наша соотечественница, выпускница Санкт-Петербургской консерватории в прошлом, а ныне концертирующий органист, немного работающий в Европе и живущий в Швейцарии, Ольга Жукова. И вдобавок еще скажем, что российские знаменитые артисты тоже принимают участие в фестивале, и об этом уже было рассказано, но не грех повторить, что в частности в органной ночи и воскресенье будет принимать участие в концертах солист Мариинского театра Геннадий Никонов. Геннадий Никонов поистине уникальный артист, потому что его дарование очень многогранно. Он обладает ярчайшим индивидуальным стилем игры на трубе и одновременно уникальным самым высоким мужским голосом под названием контртенор голосом. Геннадий строит свои выступления как комбинацию из этих двух инструментального и вокального дарования. Это, безусловно, очень интересно и всегда вызывает публики отклик. Приглашаем вас на все наши концерты, ждем вас, желаем вам приятного прослушивания сегодня и с радостью объявляем фестиваль открытым. Желаем всем участникам и гостям фестиваля прожить эти 4 дня в радости от соприкосновения с великой музыкой, увлеченностью и талантом. Хочется выразить особые слова благодарности участникам фестиваля, которые виртуозно помогут каждому из нас проникнуться очарованием шедевров мировой музыки и создадут атмосферу праздника, который непременно будет царить в душе каждого гостя фестиваля. Мы убеждены, что фестиваль «Гранд-Орг» объединит нас в единый музыкальный диалог, каждый звук которого сольется в мажорное созвучие в ваших сердцах. Мы желаем фестивалю счастливой музыкальной дороги. И пусть это событие станет настоящим праздником для всех нас. Мы начинаем!